Безопасность своими руками сотрудники ГИБДД провели для воспитанников детских садов мастер-класс, где научили детей делать светоотражающие элементы. Подручные материалы, светоотражающая бумага, ножницы, клей. Из них кропотливо дети вырезали фигурки, которые позже прикрепили к верхней одежде и рюкзакам. Однако наклейки не гарантия безопасности, о которой должны позаботиться, в том числе и сами ребята. Вот почему инспектор госавтоинспекции дополнительно провела беседу, напомнив правила дорожного движения. Пешеходу, вот когда, допустим, подходит к проезжей части, где ему можно перейти дорогу безопасно? По зебре. По зебре. Как это место правильно называется? Пешеходы. Пешеходы кто? Чтобы правила запомнились наверняка, воспитанникам подарили сувениры от региональной ГИБДД.